Так. Здесь нормально чувствуется. Вверх. Не смотри в ту сторону. О, как сейчас там прохрустело. Да? Да. Ой, ну хорошо. Сейчас немножко все проработаем. Эти суставы. И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сейчас проведем сеанс массажа иммунальной терапии для Ирины. Да? Ну, поделись, какие у тебя проблемы, ты говоришь, с челюстью, да? У меня челюсть съехала, да, началось это с того, что я обморозила ножки, простудила себе, и у меня подвернулся сустав. За ним последовала цепная реакция. В правой стопе, да? В правой стопе, да, случился перекос таза, следственно напряжение мышц. Да, это все возможно. Вот здесь было у меня прям такие, как кровь, сгустки, я не знаю, что это было. У меня были, ну, конечно, типа, из-за этого спазм шеи, поперечная артерия перекрыта, это все, конечно, уже мялось, разрабатывалось, и вылетел челюстной сустав, соответственно. И это мучение в протяжении полугода, головные боли, тревожность из-за этого, потому что, ну, кислород в голову не попадал. И головные боли могут быть от этого, да. Усталость, изменения могут пойти сверху вниз и также отразиться наоборот, комбинаторно снизу вверх. Ну вот по стопам сразу, я вот вижу, что у тебя на вот этой стопе, я не понимаю, ровно столько стоишь. Плоскостопие более выражено, чем на этой ноге, на левой. Отсюда может быть легкий перекос таза. Так, ну по плечам. Так, вот так, сюда, сюда, сюда. По плечам все ровно, в принципе. Давай голову полностью влево поворачиваем, вправо. Так, ну угол 80 градусов, здесь, в эту сторону, в эту сторону. Тут поменьше, не доворачивается чуть-чуть, 75 градусов. Ну, сразу прям чувствуется, как лопатка тянет, здесь. Да. А, вот под эту лопатку тянет. Лопатка и здесь, да, все. Теперь, смотри, сама ничего не делаю, сейчас небольшие тесты, вот так я нажму. Ого! Так, где? Под лопаткой, тоже, да, вот. С этой стороны, да? Так, в эту сторону. Нажимаю. Тут нормально, да? Ой, чуть-чуть засело здесь, ну, это прям. А, вот так, все ровно вставай. Это вот эти мышцы, да? Угу. Больно, да? Да. Так, вот сюда развернись. Здесь больно. Здесь нет. Вот так развернись. Голову наклоняй полностью к ключицам. Вперед, вперед, да. Максимально, вот, чуть не достает. И максимально назад. О, вот здесь. Ого. И сразу зажала вот с этой стороны, да? Вот здесь вот. Оно. А, вот здесь, мама. Так, сейчас мы это все разберемся. Теперь я чуть-чуть покручу голову, наклони. Вперед. Вперед, видишь, что до конца не наклоняешь. И сама не шевелись, я вот так покручу. Проверю поперечные отростки. Так, ну только вот третий вот тут вот, и второй позвонок вот упирают вот здесь, да? Вот, это получается слева упирают. Наклоняем, наклоняем голову. А по осистым отросткам все вроде ровно. Так, и сейчас тут уже встал, уже плечо тянешь вверх. Ну да. Бывает, да? Чуть-чуть так развернись. И сгорбись, плечи повесила. Я вот тут держу, а ты медленно наклоняйся вперед, руками до пола. Тянись, 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 тянись. Ага, влево заваливаешься, поднимайся медленно, так голова висит, висит. А, висит? Да. И все. И вот этот таз у тебя ходит туда-сюда. Угу. Справа еще раз наклоняйся. Угу. Ну, кстати, сколиоза не замечена. Поднимайся медленно, медленно, только медленно. Выпрямляйся. Так, по уровню таза смотрим, ну, стоя все вроде ровно. Давай ложись теперь головой туда, ногами сюда. Да. Так. Ну вот эта нога чуть укорочена, там вообще не сильно, миллиметра 2-3. Практически незаметно. По вот этим косточкам. Это тоже ровно. Значит, в основном у тебя мышечная боль. Так. Да. А у меня был, это вот говорю, это все ну, гимнастика, да? У меня было здесь прям подвздошное сильнейшее натяжение, это сейчас уже, я говорю, гимнастики, я распариваюсь. Ты про подвздошную знаешь, да? Конечно, ты болел все. Держи за стол, все узнала. И ногу на весу так держи,
Рисую, нарисую. Угу. Я давлю вниз, ты сопротивляйся. Дальше не можешь, да? Еще раз держи. Угу. Вот, бросаешь, значит, подвздошная. Пояснично-подвздошная мышца, да, там слаба. Здесь держи. Вот, тут вообще чуть не сопротивляешься. Сопротивляйся. А, да? Я что-то задумалась. Сопротивляйся. Ага. О, а здесь вот есть. Так, ну это быстро решается, этот вопрос. Угу. Сейчас мы ее тут нащупаем. Пропускай меня в живот, пропускай, пропускай, пропускай. Вот. Больно? Ну, неприятно, да. Ну, главное, таких острых болей нету, да, колющих? Назад вот отдает в поясницу. Поясницу вот отсюда. Вот он как-то расслабляешь, отдает. Сейчас вот будет легче. Сама не напрягайся, ничего не делай. Вот, скопнула мышца. Это мы прорабатываем пояснично-подвздошную мышцу, в данном случае подвздошная. Где-то напрягаешься все равно, еще расслабляйся, расслабляйся. Еще, пускай надо, пускай. Вот он стоит. В другую сторону. Вот больно, наверное, да? Угу. Пускай, пускай, по-любому, пускай, пускай дальше. О, дальше опа. Ну, все. А теперь поясничная, надо проникнуть вот туда в живот. Отпускай, пропускай меня. Не колет? Он давит. Вот сейчас давит, чувствую. Вот такими микродвижениями. Я чувствую, как струнки этих мышц прямо вот так вот. Угу. По одному так вот работают. Я об этом мечтала. Вот. Об этом мечтала, да? Да. Вот. Тут у нас исполняется желание. Так, теперь ножку держи вот так вот на весу, держи. Ага. И сопротивляйся. Я давлю вниз, ты сопротивляйся. Так, еще. Вот уже, ну вот уже есть. Ага. Сила, так, еще не до конца, давай. Есть, вот наоборот, даже как-то ярче стал. Чувствительнее, не знаю, как сказать, ощутимый. Да, еще пускай, ну вот, пускай. Во. В эту сторону, а в эту. Ага. Вот сюда, да? Сейчас как? Больновато, да. О. Давай, обе ноги поставим сюда. Ага. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Ближе к себе. Ага. Ровно выставляем их. Ага. И смотри. Ой, у меня такая легкость здесь прям сразу. Уже легкость, да? Да, у меня разница колоссальная прям. Легкость такая. Ну сейчас мы немножко упражняемся, сейчас будет еще легче. Смотри. На вдохе, с задержкой дыхания, я развожу ноги, а ты их соединяй. И сейчас, секундочку, вот здесь вот, кстати, сейчас что-то тянет прям. Ну, просто поговорю. А мы давай проверим. Подними таз вровень с коленями. Так, таз вровень. Не колени, а таз вверх, таз вверх. Вот, держись так. И выпрямляем эту ногу, вот эту выпрямляй ногу. Ага. Так, не тянет здесь поясница? Нет. Вот нормально. Вот оно как-то не так, просто движение, что ли? Наоборот, давай меняем. Эту ногу выпрямляй. Вот, а тут ты чуть заваливаешься вот сюда. Тут есть напряжение, больно? Нет, вот как-то. Ну, просто как будто напряжение, да. Угу. Все, ставь ноги рядом. Ага. Опускай таз. И теперь немножко подышим. Вдох. Задержка дыхания, смыкай колени вместе. Дави. Еще чуть-чуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, выдох. На выдохе полностью расслабились. Стопы вместе. Ага. Угу. Еще пошире. Угу. Вот так вот. Вдох. И сдавливаю колени. Даем. Еще. Фух.
Ой. Фух. Выдохнули, отдохнули. И последний третий раз пошли в воде. Насколько можешь. Сколько можешь. Угу. Тогда выдох. Вдох. Ой, выдох. Да, и вдох. Напряги. И давим. Колени сводим, сводим, сводим. Да-да-да-да-да-да. Еще. Все, выдох. О! Все, сейчас тебе будет легче. Держись за стол опять. Ага. И держи ногу на весу. Так, держим. Угу. Сопротивляйся. Угу. Не, сопротивляйся. Да. О! Ну, уже видишь, вот она, включилась мышца в работу. Да, мне кажется, просто с такого времени я как будто типа еще не чувствую, им привыкнуть надо. Они типа появились, а мне их жалко. Появились, да. Да, другое ощущение, надо облегчение. Ну, видишь, таз на месте, просто эта мышца играет. Теперь переворачивайся на живот. Ага. Вот. Как говорится, ливером вниз, филейной частью к солнцу. Так, с этой стороны у нас ноги одинаковые, все нормально. Вот так вот, не тянет нигде? Ну, вот спереди чуть-чуть. Спереди, да? Угу. Все хорошо. Теперь мы приступим к массажу спины и шеи, конечно. Так. Итак, приступаем к специальному мануальному массажу всей спины. Тебе это уже привычно, наверное. Ходила раньше на подобное, да? Да. Процедура. Ну, на массаж, вот там, нет, на массаж, да, сейчас. Вот, надо разогреть мышцы. Пошло тепло? Ага. Горячо. Очень пошло. Да, хорошо. Так, давай еще тут проверим. Больно слева-справа? Ну, слева, наверное. Ну, не больно. Ага. Здесь справа, слева, да? Слева. Угу. Так, вот тут. Ну, так, да. Ага. Здесь? Ну, неприятненько. Ну, слева, да, в основном? Слева, вот, да. Да. Вот она слева, ага. Вот как раз сидит тут такая. Так, слева. Здесь нормально. У меня слева. Тоже здесь? Ага, тоже. Слева, да? Ага. Тут? Напряжение. Угу. Сейчас у нас идет работа трения. Такое ших-ших-ших. Вы слышите шорох. Это значит кинетическая энергия. Трение передается в тепловую энергию. Тело согревается. Пока все терпимо, да? Хорошо. Я уже чтобы все расслабить, я просто под горячим душем уже нахожусь. Прям не теплым, горячим. А, когда сейчас будто бы горячий душ, да? Ну, мне кажется, да, чтобы расслабить хоть как-то напряжение. То есть для меня это просто сейчас кайф. Вот здорово, что кайф. Так, и поглубже пройдемся с подбитием в остистые отростки. Терпимо пока. Первое глубокое внедрение нам подсказывает подсознанию тела, что будем дальше работать пожестче кулаками. И я потихонечку буду ходить глубже и глубже в тело. Кое-где поболит, сразу предупреждаю. Но эта боль, некоторые говорят, приятная даже. И должен предупредить, что завтра могут поболеть мышцы. Ага. Как после тренировки, знаешь, бывает, болят у спортсмена. Вот. Пошло яркое покраснение.
не потепление. Могу даже сказать, что вот эта половинка холодная, а это вот градусов на 2 горячее. Сама чувствуешь? Да. Обязательно сливаем лимфу в подмышечную впадину и подключичную впадину. Всегда у нас присутствуют вибрации. Так, вот тут болит? Да. Так. Не больно, да? Нормально. Вот здесь только, наверное. Ага. Я что так спокойно? У меня уже полгода боли. Мое тело знает, что ему просто сейчас будет хорошо. Оно поэтому терпит. Правильно, правильно. Видишь? Натренированное тело к боли. Вот эти мышцы ягодичные надо глубоко проработать. Ага. Терпи, потерпи. Терпимо, да? Ой, это хорошо. Ой, хорошо такая. Ага. И растянем поясничку. Чувствуешь, тянется? Да. Так, терпимо, да? Ага. Слабая, слабая ягодица. Вот, хорошо. Терпи. Угу. Вот эта точка, да? Да. Еще потерпи. Ну, нормально, в пояснице не дает сюда, да? Пока стучал. Угу. А потом плюс. Последовательность помнишь? И вот теперь мы подышим, выдох. И еще раз выдох. Еще разок. И теперь длинный протяжный выдох. Ага, теперь расслабляемся. И последний продус, выдыхаем. Опа! О, как там все протрещало. Ого. Чувствуете облегчение? Ого. Что называется? Ой. Прошла боль, да? Да. Отлично. Сюда локоток. Спереди почувствовали болит вот это? Ой, не знаю. Да? Просто чувствуешь, что напрягаешься. Ага, лопатка вот хорошо заходила. Потерпи такие точки. Mm-hmm. Болезненные, да, да. Можно стонать. Uh-huh. Постановать. О, кайф. Молодчинка, все вытерпела.
И рука просто висит, висит. А мы выдыхаем. И еще раз. Еще выдох. Все. Расслабляемся. Переходим на другой половинке. Ну как у тебя ощущения? Вот прям чувствуется, как вправо, вот здесь вот боку прям все расслабляется. Ну да, конечно, прям кровь потекла. Потекла кровь, да. И вот здоровая гиперемия. Поздравляю со здоровым румянцем, кстати, на пол спины. Что является хорошим признаком. Значит, тургор кожи отличный, трофика ткани в норме. Кровообращение хорошее. С чем тебя и поздравляю. Сейчас такая разница ощутимая в правой и в левой стороне, где прохрустели. У меня левая как будто надутая. Да, точно? Да, вот где мы не хрустанули еще, вот с левой стороны, она как будто такая, как я рыбка фугу надутая. А правая такая прям легенькая вся. Помнишь, как в рекламе Блендамед? Половинку яйца намазали блендамедом, другую не намазали. Да. Почувствуйте разницу, да. Что говорится. Так, сейчас мы сравняем обе половинки. Как художнику скажу тебе, главное попасть в колор по цвету. Да, можно стонать. У нас не запрещается, не отвечает, не стонать, не смеяться. Мы уже все делать, но только с расслабленным телом. Расслабляться, не сопротивляться. Я могу сказать, прям чувствуется, вот, прям как эмоциональное напряжение спадает. Эмоционально даже, да? Да, ну конечно, это же сильно сказывается на психическом состоянии, вот в таком напряжении. Да, это же психоэмоциональное состояние с телом. Ну как, психосоматика, знаешь же. Да. Ой, ай, потерпели еще чуть-чуть. Пенчика назад, вот так, назад. Так, не ты отводишь, а я тебя назад, мышцы. Так. Так, и вот здесь надо поработать обязательно сустав ППС. Терпимо, да? Точки очень полезно, если их прожимать, там выходит окончание нервов. Глаза становятся влажными, не от слез боли, а вот когда вот напряжение сходит. Да, серьезно? Серьезно. Я просто знаю, что это как бы очень, очень сильно еще с напряжением связано. Потрясающий эффект. Это вообще, да, и просто... А... Смотри, Игорец, какая мягкая сразу стала. Угу.
И еще вот тут потерпи чуть-чуть. Еще раз выдох. И еще выдох. 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 И еще большой выдох. И еще выдох. О, все, дыши спокойно. Вытерпела. Молодец. Да? Оп, еще не дышал. Просто сейчас потихонечку все все косточки встанут на место. Я прям сейчас, когда просто сейчас провели, я прям реально чуть не заплакала. Но говорю, это прям как снять это прям эмоциональное, ну, такое психологическое какое-то напряжение. Снять эмоциональный блок, да? Да, это как прям облегчение, прям такое. Вот так вот, где другие люди кричат в этих местах, где я обычно разминаю. У тебя наоборот облегчение, чуть ли не слезы радости, да? Облегчение, да, прям облегчение. Вот какого-то. Ага. Да, вот такие места. Еще. Давай. Чуть-чуть. Потерпим немножко. Терпение. Без терпения не будет терапевтического эффекта. Согласна? Конечно. Я уже где-то все вытерплю. Здоровый путь. Висит, просто висит, висит, висит. Ага. А мы делаем выдох. О! И еще раз выдох. И еще выдох. Еще. Так. Сейчас перейдем к шумно-отмыковой зоне. Давай руки наверх. Вот так вот. Сразу поворачиваться, ага. Да? Вот сейчас мы ее еще вот так вот. Растянем. И да, в другую сторону. Угу. На вытяжение. Вот тут прям жестко. В эту сторону. Тут помягче, видишь? Посередине. Плечики твои обработаем вот так вот. Прям называется крылья Купидона. Да? Почему? А вот я как будто нарисовал перышки вот так вот. Лопаток, видишь, маленькие крылышки получились. А у меня все приемы особо называются. Угу. Вот это, например, еврейский канделябр минора. Ну, может, видела такой. Вот мы нарисовали основание, стержень канделябра. И по 8 свечей, подсвечников с обеих сторон. На коже прям рисунок появился такой раз. И протолкали таз назад. Для декомпрессии. Как отбойный молоток. Еще раз. И по очереди. Вот сейчас мы себя выровняем. Okay.
Давайте пошире вот так. Сейчас тоже тепло пойдет. Как древние люди, помнишь, палочку терли и огонь разжигали? Другую сторону головку. Посередине. И потерпи чуть-чуть. Все, отдыхаем. Прямо улыбаюсь, ну, бессознательно, то есть не специально. Бессознательная улыбочка. Да, ну, то есть автоматом. Ребята, если вы нас смотрите, да, пишите, как вы чувствуете через экран ощущения. Говорят, есть такое нейровизуальное гипнотизирование. То есть мы делаем, а вам хорошо. Такое тоже бывает, да? Так, еще вытянем шею себе, потерпи. С вибрацией вот так вот. И самая главная мышца, которая держит череп, вот тут вот, вот поработаем. Ну, вроде мягкие. Не больно? С левой. С левой опять, да? У тебя боли какие обычно? Головные, височные, затылочные? Да, вот здесь вот. Здесь? Вот как раз вот эти точки, они как раз освобождают от болей. О! Где вы мне до этого делали? Я же каждый день там все массажирую, поэтому боли меняемые. Надо по 2 часа уходить. Вот на висках вот такие точки. Ну да, то есть пришла подготовленная. Так. Конечно, за полгода, если бегаешь по врачам, они все гипотиреоз хотят какой-то вылечить, которого нету. Да врачи вообще придумывают какие-то болезни. Столько названий латинских, которые вообще. На деле скажу, вот мы такие специалисты, массажисты, мануальные, костоправы. Все решаем гораздо проще и быстрее. Наяву прям буквально решаются вот эти задачи. Без всяких сложностей. Я абсолютно согласна. Есть методы разные. И иглотерапию используем, и огнетерапию. Ты же видела огонь там делал, да, на человеке? Если хочешь, сейчас тебя огнем тут согреем мышцы. Давай подушку вытащим пока. Да, ложись лицом в дырку. Ложись, ложись. Потому что это все работает. Они будут все по отдельности лечить. Мне более-менее, что со мной происходит, это я Васильеву смотрела, она много объясняет, да, что вот если у тебя болит нога, вот она, ой, точнее болит голова, разберись со всем телом, то есть не голову лечить отдельно надо. Да, правильно, правильно, это может быть откуда угодно. Это вот из ноги, из руки. Даже если за толстый кишечник, то часто голова болит. Огромная ошибка нашей медицины, это они лечат симптомы. Нет, сама не понимаю, ничего не понимаю. О, знаешь, какой хороший прием? Встань на локти, голову опусти вниз. Я руки тоже опускаю. Вот смотри, я давлю туда, ты опускаешь голову. Давлю сюда, поднимай голову. Поднимай, поднимай. Назад, назад, назад. Вот так. Во. Теперь вперед. Ага, назад. Угу, вот чувствуешь? Угу. Прорабатывается шея.
Все, ложись. Так. Да, медицина лечит симптоматически. Заболела голова, надо таблетку от головы и все. И не разбираться в причинах. Сейчас уж мы про голову заговорили. Это может быть от почек, например. Давление скачет из-за почек. Соответственно, кровеносное давление в голове увеличивается. Вот и головные боли. Сейчас протрутили, и потом мы прощелкнем здесь позвоночник. Руки должны быть тоже чистые. О, у специалиста. Обратной стороной салфеточки вытираем, чтобы не было вопросов, если их нам смотрят по видео. Да, за эти полгода мне пришлось многое узнать. Про диафрагму. Потому что перекос таза также может быть за печенью, надо с вами посмотреть. Да, тоже верно, да. У врачей два диагноза, гипотиреоз и остеохондроз. Все, другого нету. Так, сейчас чуть-чуть подсеки. КПС сустав тебе надо немножко так расшатать и ППС сустав. О. Чуть-чуть. И вот здесь. Потерпи. Так. Ну вот и поехали. Ой. Чуть-чуть я пощипаюсь так. Он слышал, как копчик хрустнул. Ой. Я себя как таксой чувствую. Таксой? Таксой, да. Ну, таксы так поднимают. Нет, не таксы, это шарпей, который за кожу оттягивается. Щелчки. А я люблю из девушек извлекать все звуки, как будто на музыкальном инструменте играю. Представляешь, как прикольно. Прикольная работа. На разные тона. Так, теперь еще потерпи. И лбом там не сильно упираешься? Нет. И выдох. И еще раз. А! О! О, как громко. Ну хорошо, сейчас легче будет сразу. О! Ага, выдох. Так, позвоночник нормально. Угу. Клади голову на бок. Вот так вот, да. Я чуть-чуть ее доверну вот сюда. Хорошо, что ты сережки заранее сняла. И расслабились. О! Фух, выдох. О! Живая? О! Скажи нам что-нибудь, живая, не пугай нас. Ой-ой-ой. Так, теперь другой бок. Какое облегчение справа. Да, молодец, что ты расслабляешься хорошо. Это вы меня расслабили на спине. Вот так вот, держи голову. А! Еще раз. А! Все. Ложись ровненько. Тебе удобно. Это вот все
у меня спину хорошо расслабили, смогли. Мне потому что правую сторону прокрутить не могли уже с октября того года. Так. Левая поддавалась, а правая ни в какую. И поэтому так закричала. Ну, зато как счастья. Все пропустила. От счастья, да? Конечно. Полгода никто не поддавалась, правая сторона. Ну, молодец, но там так столько хрустового было. Даже больше, чем количество позвоночников, по-моему. А потому что я мечтала, что меня провернули. Вот еще. Лежи, лежи. Ногу. Вот так. И расслабляем. Нет, где-то держишь. В тазу еще расслабляешь. О, отлично. Так, продолжаем нашу профилактику. Ногу полностью расслабили. Ягодицу, бедро, все расслаблено. Ага. И еще раз. О, так все щелкает. Казалось бы, чему там щелкать уже, да? Обе ноги вот так. Угу. И расслабиться. Все, ложимся. Поворачивайся теперь лицом туда, ко мне спиной. Так. Ага. На бок, на бочок. Ага. Эту ножку вперед. Ага. Эту назад. Тут держи за стол. Тут. Ага. Эту руку назад тоже. А эту руку вперед вытаскиваем и придерживаем за колено себя. Ага. Голову смотри. Вот смотри, показываю указательным пальцем. Ага. Назад. На крестцовую. Вот сюда, видишь? Ага. Где воздействие, там, куда мы смотрим, там и воздействие идет. Ага. То есть тоже работает этот механизм. И выдох. Еще. Ага. Все, поворачиваемся на другой бок. Ага. Да, эту ногу назад. Ага. Назад тянем, назад еще. Ага. Да, руку туда. Да. Сейчас немножко все проработаем. Эти суставы. Вот прям свешу эту ногу, свешу. Ага. Все. А, вот оно уже и было. Назад. Ага. На спину можешь ложиться, да. Ага. Не, на спину. Кубком к солнцу. На спину. Да, шикарным глазом в ад. Так у нас говорится. Так, выровняем все от стоп до головы, потому что все у нас взаимосвязано. Как ты уже сама говорила. Ага. Сопротивляемся. Ага. Опускай ногу, расслабленно. Еще. Нет, опять это держишь. Еще расслабляй внутри. Вот умничка. Это было неожиданно. Ага, двигайся туда, назад. Вот, хорошо. Так мы поступаем с девушками, выдергиваем пальцы, лишние ненужные, и выкидываем в таз. Шучу, конечно. А ты сейчас вот такое прям облегчение. Пошло, да? Да, как, ой, мне в левой ступе так приятно просто, прям, что, о! Были вот в этой, да? Да, наверное, знаете, как это, кровь пошла, прям такое облегчение, килограмм гири сидит снято. Ну вот, отлично. Сейчас справа будет то же самое.
Слабо. Не держи. Опять держи. Где ты мышцы держишь? Бедре, бедро. Давай еще бедро вот так сложим. Так, сейчас по-другому тогда расслабим. Сейчас. Я чувствую, потихоньку расслабляюсь. Расслабилась, да? Угу, расслабляюсь, чувствую. Ну вот. Угу, легче прямо. Вот вообще сама заходила, да. Ходуном. Фу. Но зато как облегчилось, то вот да. Тут, в ведре. Сзади, вот здесь, вот там. И вот там, да. Ну, вообще прекрасно. Мне кажется, этого крика мне не хватало. Мне как-то горло открылось все. Прекрасно, товарищи. Замечательно. Замечательно. Это правда психоэмоционально, да. Сейчас руки немножко подправим. Ничего не сломается, не бойся. Топом стрельнуло? Ну как бы. Ну да. Появление иголки Сейчас она отляжет, хорошо, приходи в себя. Может быть, немножко не менее вот здесь вот. Да. Под лопатку. Давайте это. Точки прожмем вот эти. Так, ну как, прошло? Проходит, да, ну конечно, я же и сюда. Ну, для начала это, конечно, стресс для организма в данный момент. Но... Я понимаю, что это к облегчению, да, конечно. Да, ничего страшного, друзья. Так и должно быть, это же как бы пошли, это нервные токи. Так, уже светишься счастьем, да? Сейчас мы тебя потянем, представь, что лежишь на песочке теплом. Белый, мелкий такой песочек, согревает тебя снизу. Сверху солнце светит и голубое-голубое бездонное небо, беззаботное. Отлично, приходи в себя. Шея точно прохрустела, да? Вот здесь вот все грудное, весь. Здесь тоже готик, ничего, но не поддавалось. До сюда дошло? Да сюда, да вот сейчас, вот здесь облегчение, вот здесь, ой, хорошо, вот там, где все болело, не распрямлялось. Сейчас отляжет, и будет вообще все замечательно. Да это прям сразу, прям как будто кровь пошла. Пошла кровь, клюнула в голову, наверное, легкое опьянение, может быть, или эйфория. Я не знаю, просто да, как будто... Это чего зажило? Просто жить до чего? Просто захотелось жить. Да. Ой-ой-ой.
Я об этом мечтала. Ну давай посмотрим на себя с левой стороны, получается, тут выпирал позвонок. Еще раз отпускай, сейчас голову сейчас мы его чуть-чуть сюда вернем. Мне надо поймать момент, когда ты полностью расслаблен. Еще. Так. Ну. Так, ну значит все, на месте. Так, давай теперь попробуем поставить челюсть головой в дырочку вот сюда, сзади сюда опускайся, ниже спустись. Так, покажи, да, вот голова зажата, покажи мне зубы, чтобы было видно верхний и нижний, да, резцы. И открывай так полностью максимально, вводишь вправо получается, закрывай медленно, еще раз открывай. Да, почему-то вправо вводишь, еще. Угу. Так, открой полностью рот, чтобы я посмотрел за эти коренные зубы, там еще язык убери. Тебя убрали коренные с двух сторон, да, что ли? Получается. Какие? Здесь, а там? Да. Здесь, ну, не знаю, здесь тебе типа, зубы сейчас вставлять, просто убрали. Теперь делать, а там, не знаю, как все. Так, теперь вот так открывай рот. Кто-то выезжает справа, вы слева, с этой стороны. Угу. Еще раз. Но не больно, да? Понятно. Так, давай еще раз открывай. Угу. И закрывай. Еще раз. Закрывай. О. Теперь открывай. Закрывай. Еще. Так, придется завести рот, поэтому оденем перчатки. Челюсть страшно. Страшно? А у тебя же уже щелкнула, по-моему. Ну да, же это прям. Ну, я прям чувствую, что вот она прям убавилась, все такая. Вот слева там убавилась, да. Аккуратненькая. Как... Здесь, ну, Вот, теперь открываю рот и немножко типа массирую изнутри. Будет болезненно. Сейчас нормально чувствуется. Угу. И вот туда вот надо залезть. Шире, максимально широко открывай. Да, только не напрягайся. Расслабленно. Сейчас это буквально полминутки. Там слюну проглоти и с другой стороны открой. И вот туда поглубже сейчас. Ну, терпимо. Так, закрывай. Ну, пригласи слюну, закрывай. И еще раз открывай так, чтобы я зубы видел. Максимально. А, закрывай. Открывай. Давай еще раз открывай. И сейчас закрывай медленно, с натяжением. Так, смотри, как вытащи челюсть вверх и сопротивляйся. Я давлю вниз. Ну, сначала открой. Ага. Открой, я давлю вниз, закрывай. Теперь я давлю вверх, открывай. Только так, выдвинь вверх. Ага. Вперед. Ага, еще раз. Открывай.
Во. Сейчас, подожди, закрывай. Угу. И теперь еще раз открывай. Максимум, максимум. Закрывай. О, вот она съехала. Еще раз открывай. Закрывай. Нормально? Ну-ка покажи теперь. Зубами, чтобы зубы. Открывай максимально. Открывай. Еще раз. Открой и выдвини челюсть вверх. Так, да. Ага. Ну, открой, открой, открой. Давай. Сейчас закрываем. Ну, попробуй. Вроде бы там уже ушло. Да. Как чувствуешь? Да. Ну, по крайней мере, по оси она ровно ходит, видишь? Ага. Стыкуются резцы верхние и нижние вот так вот. Ага, не, не щелкает. Ну вот. Кто молодец? Мы молодец. Так, ну давай тогда вставай. Угу. Так, с руками. Плечико. Ну, вот все на месте. Угу. И выдох. Угу. Теперь правую коленку вверх, о, левую угу. Вверх и смотри в ту сторону. О, о, как все там прохрустело. Угу. Да? Да. Ой, ну хорошо. Еще чуть-чуть угу. Расслаблено. Угу. Угу. О. И теперь выдох. До полбок. Туда сейчас отойди. Нет, полшага. Вправо. Вправо. Полшага вправо. Ага. Да нет, ногой другой. Ага. Другой ногой вправо. И поднимай ее сюда. Ага. И расслабись. О, как гармошку себе стянули. Так, накрой голову. Ну, вроде все на месте уже. Ага. Так. Как у тебя с челюстью? Хорошо. Как ощущения? Да. Вообще поделись с нами впечатлениями. Как ощущение? Я очень рада, что я вас встретила. Правда. Во-первых, что вы не смогли все это прохрустеть. Я очень благодарна. Намасте. Да. Никто не мог с этим справиться. Она никому не поддавалась, та правая часть. Она ее уже саму раздражала. И вот эта часть... Вот, между лопаток, да? Между лопаток, да. Настолько всего психоэмоционального, в таком зажатом состоянии. Я когда лежала, особенно что правой с левой стороной, когда была разница, когда одна была проработана, она такая была легкая, которая не проработана, она прям как рыбка в фугу надутая. А, когда на столе лежала, прям почувствовала да, разницу на двух половинках спины. Колоссальная разница. И не только со спиной, вот со всем, что вот тут делалось, в очереди. В стопах также, когда сначала левая стопа, она прям сразу же прям тоненькая стала, изящная по ощущениям. И правая такая, как будто там надутая. Разница, да, колоссальная. Правая, которая была еще недоделанная. Недоделанная, да. Да. А сейчас, да, я вообще довольна. Чувствую облегчение очень сильно. И кости тоже на месте. Голова ясная. Прям такая ясная, свежая, чистая голова. Ну, потому что мы разжали все вот здесь, вот мышцы, которые у черепа, да? Кровь клонула в голову. А там затылочная часть, это отвечает за зрительные нервы. Mm-hmm. Некоторые говорят, что прям ярче видит даже становится. Есть такое, да. Есть такое, мне кажется. Да. И... Вот это когда меня выделили крик, он, мне кажется, во мне стоял эмоциональный, потому что у меня прям как будто горло разжалось. Да. Это очень важно. Да, скорее всего, мы решили еще эмоциональную, психоэмоциональную какую-то проблему, потому что вот здесь у меня давно была, да, зажата, и оно, мне кажется, все было связано. Главное, что вы это нашли, проработали. Я отлично, же Ирина. Бегала по всем год. Никто мне не мог помочь. И весь мир. Специалистам. Я, да, кому не обращалась. Особенно только... по врачам. А эти пока лечат не от того. Реабилитологи, эндокринологи, они вот... Если приходишь и говоришь, вот же, ну какой гипотиреоз. Спасибо вам большое, я очень благодарна. Да, взаимно. А откуда ты меня нашла? Я нашла в ТикТоке в соцсетях и YouTube вроде бы. Да. Да. Все, подписывайтесь, ищите меня, да. Олег Алав Гудин в ТикТоке, в Ютубе. Я вам все сделаю, подлечу, объясню, подскажу. Пишите комментарии, на все отвечаю. С вами был Олег Гудин.
До новых встреч, друзья. Пока-пока.